Всем привет! Сегодня 26 декабря, и на наши сервера пришло очередное обновление. Скажем так, пару обновлений и один небольшой фикс. Значит, в чем заключается обновление? Это в обликах у нас добавили новые крылья. Опять уже с сетом. Сейчас найдем их. Вот, крылья Феникса. Они также идут с сетом. К этим крыльям есть шаги. Но они шаги не в сете, но в принципе просто вот есть. И также есть маунт. Маунт, сейчас мы его найдем. Такой кит. Какой-то такой вот красивенный кит. Да. Вот. Крылья кит. Ну, соответственно, будет оружие и наряд. Дальше, что еще нам добавили? Нам добавили в генах еще два слота скрытых. Как я и говорил, что нам будет просто по чуть-чуть их давать, и дадут в итоге все равно все 10 слотов. Вот. Но 10 слоты уже стоят 400 магических камней и 4 миллиона адены, да, золота. Вот. Это то, что касается по обновлениям. По Граалю так и не добавили, только описание, то есть кнопки до сих пор нет. И по фиксу я уже снял видео о новой богине для вас. И там 40 секунд откат скиллов. Сейчас же откат скиллов пофиксили, и он 30 секунд. Я проверял и на арене, соответственно. Не на арене, а вот в поле. Да. И действительно скилл, ну вот, и немножко бывает лагает, и он откатывается моментально. Но вообще вот 30 секунд. Бывают лаги, и он откатывается моментально, причем сразу же безоткатно. Соответственно, это может быть немножко читом. Ну, в такой вот. Но, в принципе, откат должен быть 30 секунд фиксированный между ними. Если выучить еще третий навык, то откат будет 20 секунд. Так как пишут в описании. Но, опять-таки, если не будет ошибки. Видео, в котором я снял для вас о богинях, там уже откат фиксированный 40 секунд. Видите, вот сейчас вот 30 секунд. Вот, вот такое вот небольшое обновление. Немножко косметическое, немножко ген. И вот такой вот фикс скиллов богинь. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.